Десятки голосов в одном звучании. Хоровое пение невозможно спутать ни с каким другим. А у Нижегородского хорового колледжа свой, особенный голос. Раньше колледж назывался Горьковской хоровой капеллой мальчиков. Ее основали в послевоенный 1946 год. В хор набирали мальчиков-сирот, которые остались после Великой Отечественной войны без родителей. Сейчас это известный на весь мир коллектив. Вот на сцене самые юные ученики. Школе уже 3 месяца, а так на вокал я отдельно хотел в 6 лет 2 года. Скажи, а кем ты потом хочешь стать? Композитором. В юбилейном концерте на сцене хоровые коллективы города и области, выпускники Нижегородского хорового колледжа. Гордимся своими учениками, которые сейчас восхваляют имя капеллы, Горьковской хоровой капеллы, восхваляют имя Льва Константиновича Сивухина. Ну и, конечно же, гордимся нашим будущим, теми малышами, подрастающим поколением, которые только-только себя еще проявляют и надеюсь, что в будущем станут гораздо более известны. Поздравить свою альма-матер приехали уже настоящие мэтры. Среди них Александр Скульский, дирижер, народный артист России, Борис Макеев, заслуженный артист России, Эдуард Фертельмейстер, народный артист России, президент Нижегородской консерватории. Хоровые коллективы исполняют лучшие произведения знаменитых композиторов. В особом ряду композиции Льва Сивухина. Он отдал капелле более полувека своей жизни. Под его руководством коллектив стал лауреатом всероссийских и международных конкурсов. Хор выступал с концертами по всему миру. Поэтому сейчас Нижегородский хоровой колледж носит имя именно Льва Сивухина. С 1946 года уже выпустилось порядка 2000 ребят. И знаете, гордо, наверное, для меня, как для нижегородки, оставить наследие в рамках юбилея Нижнего Новгорода – это реставрацию и ремонтные работы всех 3 корпусов, 2 учебных и интерната колледжа Сивухина. Нижегородцы от праздничного концерта остались в восторге. Большим интересом сюда пришла. У меня муж здесь работает в капелле, учился в капелле. Поэтому, безусловно, для меня этот концерт очень важен. Очень нравится. Самой атмосферой, искренностью тех людей, которые поют. Мне нравится все. И возможность посмотреть, послушать, ну и, конечно, насладиться прекрасным пением. И меня проинструктировать. Да. Сейчас диплом об окончании Нижегородского хорового колледжа свидетельствует о высочайшем уровне музыкальной подготовки. Подтверждение тому – овации зала. Независимо от возраста, на сцене выступали профессионалы и настоящие музыканты. Служба информации, Наталья Миронова и Василий Лысков.